Готовь сквер с осени. Началось благоустройство пешеходной зоны, соединяющей проспект Ленина и сквер Якова Горелина. Старое асфальтобетонное покрытие заменит на тротуарную плитку. На данном участке мэрия решила не экономить по двум причинам. Во-первых, летом именно здесь устраивают концерты на свежем воздухе. А во-вторых, это самый центр, а значит, лицо города. Это центральная часть города, она нуждается, естественно, в благоустройстве. И асфальтовое покрытие пришло в негодность. Мы решили сделать более долговечную, более красивую плитку для того, чтобы этот сквер, являясь местом проведения всевозможных городских мероприятий, стал одним из таких красивейших мест в нашем городе. Территорию продолжат озеленять. В сквере уже высажены красные клены и каштаны. В районе лавочек посажен красный кустарник пузыреплодник. В этом же стиле мы продолжаем заменять старые кусты вдоль сквера, менять их на пузыреплодник. С левой стороны сквера будет высажена спирея серая. Всю прелесть деревьев и кустарников можно будет оценить, когда они разрастутся. А это примерно через 10 лет. По замыслу оформителя территория будет играть красно-белыми красками. А что касается следующей весны, то горожан в этой зоне снова порадуют тюльпаны. Одна из клумб и вовсе превратится в российский флаг. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.